Próxima na Transmissão vai passar por emissor de São Pedro do Pichacão, prima, tramilha de nosso natal. Já passamos os bilhetes na pequena... Still a jam in Italian here. Nou, je staat over je schouder heen, jou aan te kijken, alsof je. En dan vraag ik waar.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
people are. Oh. I think it was that room. Tiene in mano insomma questi pattoni così intimità che quello идем вперед. Да, секунду. And in front of the stand, and nel mondo questo, questo pezzo originale, devo dire che sono... facciamo vedere queste le scene della vita dei giganti. And also, I want to show you the stone. We see here such stones with delta component. Later, Peter also found it in the Dutch region. Да, по-моему, да. Вы сами-то не забудьте поесть. И первый запасной еще. Same in the UK. That's how William Morris. We can do that to avoid the appearance of wrinkles. Considered good for your face once I didn't press your face to the the better which he and they assess. Sometimes people ask me if it's a stone. No, it's not a stone. It's a mood. No, so it's just a all the tables of ink and the sick group in the glass case, the codable orders of the сам человек лево. Thank you.
Это как чиньян. Да под ноги смотри. Ну что такое? Что ж хорошо, я сразу тебе сказала. L'ombrello? Chi è responsabile? Adesso l'avvocato. Sì,
Thank you.
Там ярче солнце и теплее, там нет ни снега, ты позабудешь про меня. Лишь на минуту.
Командовал?
Санкт-Петербурга. Наш маршрут пройдет по каналу Грибоедова и Тимойки, Фонтанки, Зимней Тонашки, Большой Лев. Прямо по курсу храм Воскресения Господня. В народе он получил название «Храм Спаса на Крови». Церковь была построена постройкой церкви. По желанию сына погибшего церковь построили в стиле древнерусского. Вот мы с вами пройдем вдоль западной стены церкви и под золоченным навесом вы увидите мозаичные распятия, уникальную иконографию Христа «Открытые глаза». За ней внутри церкви находится мемориальное место. Под символ помещены фрагмент решетки канала, а также фрагмент булыжной мостовой, на которую пролилась кровь императора после революции. Место соединения канала и реки было оформлено в 1830 году по проекту инженеров Адама и Петра. Все на штабе проходит по основному конюшенному масса. Это третий пункт в этой композиции. И вы можете представить, что масса плакали с кипсы и тка расходятся от гранитной опоры. Аналогов этой конструкции нет в мире. Этот мост охраняется государством. Мы вошли в воды реки Мойки и продолжаем путешествие по историческому центру города. Нас с вами окружают старинные постройки. На территории справа раньше была торговая площадь. В конце 18 века на этой площади решили построить крытый рынок. Здание рынка вы сейчас видите справа по борту. Одноэтажный желтый цвет. Тысячи петербургцев проносится со своим великим современником. А сегодня здесь открыт музей квартиры Александра Сергеевича Пушкина. Мы с вами покидаем воды реки Мойки. Сейчас у нас на пути два моста 18 века. Ближе к нам расположен первый день. Все, что осталось, сейчас впереди. И будут вас фотографировать. Вот здесь, в январе 1720 года, на 53-м году жизни, скончался Петр Великий. Сейчас это его осталось, были переведены в территории Петрополовской крепости, который известен Петр Первый был похоронен в Петрополовском соборе. Воды малых рек и каналов Санкт-Петербурга оказались в водах широкой волнового, очень красивой большой дыры. Сейчас мы с вами проходим по самому широкому участку дыры на территории города. Здесь ее есть ничего не было. Как писал Пушкин, там шизы, дом, берега, чернил, свой. Вот ее восхвалы. Чуть позже это будет шпиль Адмиралтейства, а пока продолжаем движение по Большой Неве. Нева – это самая короткая из главных Адмиралтейских рек. Где-то Ладожское озеро, там впадает в Ладожский залив Балтийского моря. Вместе впадения она разделяется на несколько рукавов и образует так называемую Невскую дельту. На островах этой дельты построен город Санкт-Петербург. Острова нас сейчас окружают повсюду. Слева по борту Адмиралтейский остров, справа по борту Зайчий. Справа там появляется раскрайная колонна по большой маяке. В настоящее время они зажигаются только по особо торжественным случаям. Стволы колонн украшают Петербурга или просто стрелка Васильевского острова. Но если вы посмотрите на 50-рублевую купюру, вы как раз увидите все эти символы Санкт-Петербурга. А мы с вами приближаемся
дворцовому мосту. По борту Монстану продолжит движение вдоль Новосибирской набережной Васильевского острова. Вы видите здание с камеры. Это ТВ. Это был Керенский. И наши два последних президента, Путин и Медведев. Все они окончили юридический факультет. Далее справа по борту Габарин. Сюда. Далее справа по борту Екатерининской площади памятник Петру Первому. Это знаменитый медный всадник. Памятник был торжественно открыт к столетию вошествия Петра Первого на российский престол. Так мы стали памятником лаконичную надпись на латинском и русском языке Петру Первому и Екатерине II. Памятник давно считается символом Петербурга и одним из лучших конных монументов мира. 12 лет на нем работал французский скульптор Этьен Фалькан. Это действительно одна из страниц жизни Петра, когда он путешествовал по Европе, находясь в Англии и Голландии, действительно работал на корабле этой арке, дворцовую пристань со сторожевыми львами. Мы с вами еще раз проходим по отступке продольного дворцового моста. Средний пролив моста разводной в разведенном системе, как он давно считается символом главной части Петербурга. Поворот мы с вами продолжим движение по дворцовой набережной города. Вы видите знаменитый Зимний дворец, который до 1917 года оставался императорской резиденцией. Дворец был построен в середине 18-го века его супругой императрица Екатерина II. Вот она и была первой полновластной хозяйкой этого дворца. Она правила России 34 года. Несмотря на то, что эта женщина была немка, она действительно здание Эрмитажного театра. Но зеленого цвета с такой яркой зеленой. Был лучший театр в Санкт-Петербурге. Ну, а сегодня все четыре здания, которые вы видите справа, входят в комплекс крупнейшего музея мира 16 лет. Это вот крепость на этом острове появляется не случайно. Дело в том, что в Балтийском море нужно сказать, что война была успешной. Эти земли были отвоеваны у шведов. И чтобы укрепиться здесь, Петр приказ политическая тюрьма. Справа по борту мы с вами проходим в западной части острова Джона. Находились тюремные камеры в разное время. Узниками крепости были камеры. Стена Мишкова, высота стен крепости 13 метров. И ширина православных храмов завершилась куполами, главками, шатрами. Но вот это было желание Петра, когда он путешествовал по Европе. Именно это было классическое архитектуре, не очень древнего. И заканчивается современно. Здание построено в 1960 году по проекту архитектора Тома. Из-за чувств северной стороны, сейчас справа по борту вы видите дополнительное укрепление крепости с восточной стороны, которая называется Иоанновским равелином в честь сводного брата Петра I. Вы видите парад на Иоанновские ворота, который ровно в полдень дает сигнал точного времени. Эта традиция возникла еще в 18 веке и поддерживается до сих пор. На далее справа вы еще раз видите ансамбль стрел. Thank you.
На территории летнего сада Россия в Новгороде этого парка находится чайник. Слева по борту здание с тремя известными композиторами Федором Чайковским. Правда, далее он выбрал музыкальный альбом, но на абсолют от училища интересно еще как-то речь. Дело в том, что здесь Павлу Первому довелось всего 40 дней. В 1801 году здесь произошел дворцовый переворот. И временно украшает изящное время. Название повезло в Россию, память зодчего в это время, Павла. В глубине там, спасно говорить, важно представить помещение, возникал вопрос о взрыве этого храма в качестве увеличения называния, чтобы построить в стиле древнего русского зодчества, и некого выбивается из классической застройки города. На верхней полке пошла драйвы, чинки с изображением гербов, российских городов, особо там Петербург, основной вариант, Thank you.
колечки еще крутились. Thank you.
Мы не знаем. Yeah, the administration seats.
On coming of age for marriage, the daughter would receive a room under insisted in a new yurt for complete furnishing. Distinguished
Love Bird.